Всем привет! Сегодня я хочу снять ролик, именно обзор моих комнатных растений. Растений очень много, и я буду вкратце рассказывать и показывать. Это вот моя юка. Она такая очень большая у меня выросла. Я ее вырастила с отростеля. Отростель поставила водичку, он дал корни. И вот она у меня за 2 года вот такая большая выросла. Она практически, наверное, где-то выше плеча моего. А у меня рост 1,73 м. Это вот мой папоротник. Люблю очень это растение. Оно очень имеет декоративный вид, куда бы его ни поставил. Его листья прям свисают до самого пола. Очень любит поливаться в летний период. И любит опрыскивание. Я опрыскиваю как бы теплой водичкой. Это вот мой еще один красавец папоротник. Я их периодически омолаживаю, то есть убираю старые вот эти листья и обрезаю у них усы. Для того, чтобы они наращивали себе листья, не тратили свои силы на усы. Они, в принципе, ни к чему. А это моя шифлера. Я когда ее покупала, она росла, их 2 было. Я их рассадила, они потом выдурили у меня выше человеческого роста. Я их обрезала практически наполовину и верхушки укоренила и рассоединила их в разное кашпо. И вот одна из них, она более пушистая. И очень хорошо укореняется, кстати. Я вот ее срезала, поставила в воду, и буквально через месяц были уже такие хорошие корни. Это тоже у меня такая зеленая стенка. Здесь у меня монстера с драценой. Ой, драцене вообще очень много лет. Лет, наверное, 25 уже, это точно, если не больше. Была очень маленькой, сейчас она уже отростили свои, уже нарастила. И монстера тоже была очень маленькая, были маленькие листья, но при моем уходе она нарастила вот такие большие листья, резные, красивые. Но ей здесь очень хорошо, на нее с окна хорошо падает свет. Даже попадают солнечные лучи. Она это любит. Вот на этом плане вы видите у меня 4 растения. Вот 2 спатифилума стоят. Это мои отростели. Они цветут. Хорошо очень растут. Шифлера вторая, вот которая с мелкими листьями, которая рассказывала, что рассаживала. Это у меня второй кустик. И вот моя шифлера гигант, вот с такими красивыми листьями. Она выше меня, очень занимает места много. У нее такие, знаете, раскидистые такие листья. Ну, очень смотрится красиво. Ну, конечно, мне катастрофически не хватает места для растений. Очень имеет декоративный вид, красивые листья. Уход за ней тоже, я протираю листья ее от пыли,
и опрыскиваю теплой водичкой. Но в этой стороне у меня спатифилум очень большой, антуриумы два, белый, красный и замиокулькас. Спатифилум, ну он тоже, как знаете, любит напиться, но прежде чем напиться, я подсушиваю ему земляной ком. Даже бывает, что у него листья прям начинают немного, как бы, знаете, вянуть, как бы падать. Тогда только я его несу под душ. Антуриумы у меня сейчас цветут. Они у меня цветут вот так вот, значит, очень обильно. Я потом ставлю фотографию, где они вообще в полном цвету. Цветы очень большие. Сейчас. Видите, какие... И сами они очень большие. Антуриумы тоже очень любят принимать теплый душ. Я тоже их подсушиваю земляной ком и потом устраиваю им теплый душ. Это вот тоже красный. Ну, конечно, это все сливается. Так как мне невозможно их составить куда-то на стол, они у меня очень крупногабаритные все цветы. И на стол они у меня не войдут. Это мой замиокулькас, который недавно пересаживала в 50-литровый горшок. Чувствует он себя прекрасно, но вот ему место, конечно, не совсем подходит. Замиокулькас любит очень солнце, а здесь на него попадает солнце только вечером. Очень толстые стебли. Он у меня уже отцвел, там вот один где-то цветонос у него болтается, а так было 6 или 7 цветоносов, и таких очень крупных. Это моя красавица пуансеттия. Каждую весну я ей делаю стрижку, очень такую хорошую. И вот она буквально с марта, наверное, вот видите, обросла очень сильно. Занимает тоже очень много места. Фикус я недавно тоже пересаживала в 50-литровый горшок. Тоже чувствует себя хорошо. Стоит зелененький. Тоже уже очень много места занимает. Это мой домашний клен. Постоянно цветет, никак не могу его сформировать, жалко обстригать цветы, вот постоянно. Его еще называют, вернее его называют вообще абутилон. А это в народе уже называют домашний клен. Это вторая моя монстера, тоже такие листья у нее очень большие, резные. Это уже переходим на лоджию. Это моя замия, она вот уже пытается отцвести, так я и не сняла видео, когда она цветонос вот выбросила, он был желтый такой, потом вот у него как там пыльца какая-то с него сыпется. Он как бы рассоединил вот здесь чешуйки. И уже на бок такой повалился. Но я думаю, сейчас она его скинет, и у нее начнется рост. Это мой красавец Цикас.
так он в этом году у меня и не выкинул ярус листьев. Буду ждать теперь, наверное, на следующий год. Зацикосом у меня находится плюмерия. Борьба с клещом у меня, конечно, изо дня в день. Тут она у меня встала утром. Она у меня скинула практически все листья за ночь. Вот она у меня вся в бутонах. Скоро зацветет. Я обязательно сниму фильм. Но вот такой лысик опять она. Не знаю, что такое. Или просто из-за обработок постоянных листья прям за ночь просто пожелтели все практически. Это вот мой рамбутан. Он выпустил там тоже листики. Это мои отростили от бугенвиллии, от моей большой. Герань. Пуансетия. Там, конечно, пуансетия очень жарко на солнце. Вот здесь вот отростили у меня набрал цвет. Это вот мой отростель, ему с черенка, он набрал цвет уже. Это моя герань, очень она мне нравится, такая мелколистная и цветет постоянно. Это мой угандийский клеродендрум, цветет вообще постоянно, только отцветает и снова набирает бутоны. Имеет прям такой, знаете, аромат специфический, могу сказать. Ну, это мои адениумы. Уже требуется пересадка. Это мои бугенвиллия. Маленькие бугенвиллия. Это тоже клеродендрум у меня Томпсон. И мурая рядом. А, кстати, вторая мурая у меня уже набрала цвет. Я вам покажу сейчас. Вот, клеродендрум Томпсон. Он у меня еще... Остатки уже остались цветов. Я его решила немного подрастить. Такой вот он. Но против света сейчас снимать не совсем удобно. Это вот моя хоя. Я ее вырастила с отростили. Здесь три отростили. Растет хорошо. И очень хорошо укореняется. Поставила водичку немного. И потом просто в землю под пакет. И она у меня хорошо, в общем-то, прижилась. Это мой авокадо молодой. Такой вот. Рядом с ним бугенвиллия. Это вот, кстати, черенок. Вот ей месяца два, наверное. Вот вся в цвету. Красивые такие цветы. Это мои одеши. Толстожопики. Такие пушистые. Это моя бугенвиллия, взрослая, большая. Она с меня ростом, выше даже меня ростом, которую я прививала вот разными сортами. Я ее даже не могу всю полностью со стороны вам показать. Не хватает места. У нее очень такой толстый стволик. Я вам сейчас вниз туда. Это у меня тоже бугенвиллия, вот это от нее уже такие большие выросли. Это у меня адениум. Это моя гуанабана. Чувствует себя хорошо, идет рост. Это кофейные деревца. Которые у меня есть видео, я их рассоединяла из кустика на несколько. Вот было 17,
Из них у меня осталось 10. То есть 7 не прижилось, не прижились. Но этого тоже достаточно. Это моя Русселия, которую прислал мой подписчик Николай. Николай, большое спасибо. Очень довольна этим растением. Очень хорошо растет. Она прям вообще пушистая очень стала. Вот такая вот. И здесь вот мои тоже адениумы. Это вот эсхинантус. Это вот с прививками. У меня адениум тоже еще видео не снимала. Это тоже прививки разными сортами. Все прижились и растут. Такой вот. Его очень рад. Конечно, корни такие, попу нарастил. Красавец вообще. Здесь вот у меня адениумы. Все на цвету. Вот целых 3 бутона. Три цветка. И вот еще 4-й раскрывается. Это стефанотис. Он сейчас пока гонит листья. Цвести пока не хочет. Он у меня обычно зацветает к концу лета, в зиму. У него даже в Новый год он бывает вообще покрывается полностью белым покрывалом. Вот так вот. А летом как-то он у меня плохо цветет. Это моя Кассандра. Цветет она у меня постоянно. Для нее главное, чтобы солнце было. Так она будет цвести, радовать цветением. Может круглый год. Но это моя красавица Мандевилла. У нее прям такое бурное цветение. На всех усиках, которые она выкидывает, появляются бутоны. И она постоянно у меня цветет с весны. И сейчас будет цвести до глубокой осени. Это бугенвиллия розовая, махровая. Тоже такой рост у нее пошел после пересадки. Это белая, махровая. Розочка, но сейчас вот цветет белая, и вот только отцветают цветочки, и сразу появляются бутончики. Вот такие вот у меня кустики. Это у меня гордения. Сейчас у нее тоже идет такой активный рост, но в серединке я обнаружила у нее бутончик. Вот он. Бутончик. Это у меня мурая. Из семени, которая. Такая вот. Она у меня сантиметров на 80 выдурила. Здесь, конечно, все сливается. Она у меня заложила бутоны. Она вот заложила бутоны. Собралась цвести. Наконец-то я дождалась ее цветения. Это мой мандарин. У мандарина тоже идет рост хороший. Везде.
Ну, такое деревце стоит. Но пока цвести не хочет. Это моя папайя. Очень красивые листья. У нее тоже идет рост хороший. Там в серединке видно. И очень такой толстенький у нее, конечно, стволик. Прям толстенький. Нравится мне. Очень декоративный вид имеет тоже. А это моя вторая мандевилла. Диплодения. Белая. Это выращенная с моего черенка. И вот она, ей на годик, и она начала цвести. Ну, это красотка. Бугенвиллия. Вся в цвету. Это моя Адеши. Это вот, кстати, прививочка из Таиланда, недавно заказанная. У нее вот пошел рост. Дальше тоже прививочка. У нее тоже появились потички. Ну, это мой гипиаструм. Ну, сейчас, конечно, у него буйное такое пошло. Пошел рост буйный, листвы. Но пока не цветет. Ну, листья красивые. Это мой большой авокадо. Он как-то у меня скинул листья. И вот сейчас молодые все нарастают. Он, в принципе... Выглядит неплохо. Он у меня уже цвел. Цвел очень обильно. Но я думаю, из-за этого он у меня и потерял листья. Видимо, ему что-то не хватило. Ну, конечно, квартира все-таки это квартира. Это вот у меня драцена вот такая. Вот она растет очень, кстати, медленно. Я не знаю, как этот сорт называется. Такая очень пушистая. Китайская роза. Я ее тут недавно обрезала, она у меня была большая, я ее полностью все обрезала, чтобы у нее такой компактный кустик был. Еще один фикус. Это мои кактусы. Вот такие красавцы. Да. Ну все, увидимся в следующем ролике.